рассадах Асты Фортуна сорта Патриот обязательно понравится не только опытным, но и начинающим садоводам. Это декоративное растение обладает необычной двухцветной окраской, а во время цветения выпускает стебли с потрясающими колокольчатыми цветками. Особенности многолетних цветов. Широкие листья окрашены в темно-зеленый цвет с белой окантовкой. Светло-лиловые, лавандовые цветы собраны в соцветия кисти. Форма размножения, рассада, семена. Рассада Хосты Патриот отлично смотрится в групповых посадках, на клумбах, бордюрах и возле искусственных водоемов. Растение не требует сложного ухода. Хоста Фортуна Патриот это травянистые высотой от 80 до 100 см, диаметром от 60 до 80 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка лавандовая. Летом листва лучшая хоста 1997 года. Темно-зеленая с белой каймой. Хосту Фортуна Патриот создал Мэкон. Годом создания растения считается 1991. Растение заслуженно завоевало следующие награды. Лучшая хоста 1997 года. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.